Красноярске стартовал горнолыжный сезон. В фан-парке «Бобровый лог» для всех любителей экстремального спорта, сноубордистов и лыжников открыли учебный склон и трассу номер 13. Она считается легкой и подходит даже для начинающих. Остальные 14 трасс планируют открыть позже, когда выпадет достаточно снега. Из-за пандемии в парке не планируют проводить массовые мероприятия. Предъявить QR-код нужно будет в кафе и в центре на территории «Бобрового лога». Однако для подъема на трассу код не нужен. Посетителей просто просят соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Все лето ждал, было очень скучно. Вот, а теперь появилось наконец-то мое любимое развлечение. Сегодня пока не выгонят, наверное, пока не стемнеет и пока не закроется. Вот, будем наверстывать упущенное. Наконец-то опять кататься будем, работать, кайфовать. Пока еще не опробовала трассу, но думаю, как всегда, ребята хорошо подготовились к сезону и ура! Драйв, движение, скорость. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы открыли на самом деле полностью трассу. Ну и, в принципе, ожидаем, когда откроют остальные все. На сегодня какие планы? Ну, укататься так, чтобы выплеснуть все то, что накопилось за время закрытого сезона, пока трассы не работали. То есть максимально получить удовольствие, наслаждение от скорости, от движения.